Вчерашние школьники теперь абитуриенты. Во всех вузах Иваново набирает обороты приемная кампания. В госуниверситете на сегодняшний день уже около 4000 заявлений на поступление. Традиционно в топе юрфак, экономика и международные отношения. Основной наплыв абитуриентов к середине лета спал, поэтому стоять в длинных очередях не придется. Законодательство позволяет подать документы в 5 учебных заведений, в каждом на 3 специальности. Набор документов – паспорт. Копия паспорта. Дальше это копия, либо оригинал. Это на рассмотрение по желанию абитуриента. Документы об образовании. Конечно, если есть индивидуальные достижения, то документы это подтверждающие. Это может быть книжка волонтера, это может быть победитель или призеры всероссийских олимпиад разного уровня. Здесь, быть может, это золотой знак ГТО, но документы это подтверждающие должны быть обязательно. Главная интрига для абитуриента в период поступления – придется ли за учебу платить или удастся занять бюджетное место. Образование за счет государства получить все сложнее. И ВГУ в этом году предлагает всего лишь чуть более 250 бесплатных мест по программам бакалавриата. Дмитрий уже работает, время подать документы нашел только сейчас. В планах поступить на юрфак и пойти на службу в полицию. Выбрал, потому что считаю то, что по моей специальности, которую я хочу идти, основная это юридическая, этот университет мне больше всего подходит, поэтому я решил пойти на него. Планировался, конечно, бюджет, но как получится, можно и на платно. К полудню приемная комиссия в Ивановском химико-технологическом университете работает в полсилы. Большинство абитуриентов подали документы с утра. Здесь, в отличие от ИВГУ, заявления за них заполняют сотрудники комиссии. Привлекает вуз и большим количеством бюджетных мест – около 500 для бакалавров и 200 для магистров. Предлагает университет и заочное образование. Пришла подавать на высшее образование, чтобы стать все-таки выше. Пришла на экономику. Финансы и кредит. Ну, выбрали очную форму. Заочную. Почему? Потому что я уже отучилась в колледже, и сейчас у меня уже есть работа, и поэтому, чтобы совмещать работу и учебу, заочную. Пойду подавать в госинститут, уже на управление персоналом, потому что хочется, как у меня банковская деятельность по первому профилю, поэтому хочется быть уже начальником в банке, и поэтому на управление персоналом. Помимо традиционных специальностей в ИГХТУ есть и так называемые молодые направления подготовки. Они пользуются высоким спросом, а следовательно и проходной балл на бюджет значительно выше. Для тех, кто ЕГЭ сдал не очень хорошо, существует возможность обучения на коммерческой основе. В химтех я хотел с самого начала, как мой брат сначала занимался химией, мне приглянулась эта наука, но я тоже решил пойти по его стопам. Но я думаю, мне будет тяжело в данный момент, потому что результаты ЕГЭ могли подвести. И много перспективных учеников у нас в городе. Так что, скорее всего, мне придется идти на платные. Важность выбора учебного заведения переоценить сложно. Университет рекомендует задуматься о перечне специальностей заранее. А если желаемый вуз находится в другом городе, документы отправить курьерской службой или через интернет. На сегодняшний день у нас порядка 2000 заявлений. Заявления поступают как по электронной почте, электронным информационным порталам. Ну и также ребята приходят и подают документы лично. Мы, конечно, всем ребятам рекомендуем подавать заявление не только на одно направление, но у кого, допустим, мало баллов, еще страховаться направлениями другого профиля. Прием документов завершится в середине августа. О результатах зачисления можно будет узнать лично или на сайте вуза. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.